Ник Скрайер, как я рад тебя видеть. Ты ведь не будешь стрелять в своего старого друга, правда? Знакомый голос. Я знаю тебя. Ты Райтсон. Мы работали вместе во Вратах Разума. Твоя специальность — удаленное видение. Ты владел им лучше всех. Как хорошо, что ты помнишь. А мне сказали, что ты потерял память. Я личный шпион генерала. Он считает меня своей сторожевой собакой. Говори, где генерал? Не ищи славы в глубоком ущелье. Кстати, у нас тут твоя подруга. Сара? Да, но она здесь ненадолго. Ник, помоги, я в тюрьме. Эти твари повсюду. Пожалуйста, поспеши. Это твоя последняя тренировка, Ник. Только лучшие псионики освоили способность, которую тебе предстоит изучить. Она называется «Просмотр ауры». С ее помощью ты сможешь видеть невидимое. В этой комнате есть предметы, которые кажутся похожими друг на друга. Но если посмотришь их ауру, ты сразу заметишь разницу. Используй просмотр ауры, чтобы увидеть, в чем их отличие. Потом выйди из этой комнаты. Попался. Ты заперт в ловушке, в которой нет видимого выхода. Посмотри ауру и найди слабое место, чтобы выбраться отсюда. Продолжай изучать пространство и находить слабые места, пока не выберешься отсюда. Добро пожаловать, Ник. На этот раз тебе предстоит посмотреть ауру и узнать информацию из прошлого. Некоторые вещи могут рассказать тебе что-нибудь важное. Посмотри и убедись сам. Угрожает опасность. Враг установил впереди мины. Посмотри ауру местности, чтобы найти безопасный путь. Только не стреляй по минам, из этого не выйдет ничего хорошего. Время пошло, Ник. Удачи. Наверное, это задание было слишком легким. Перед тобой обычная комната, верно? Подумай еще раз. Мне еще не удавалось их увидеть, но говорят, что при взгляде на ауру можно увидеть разные формы жизни каких-то существ из другой реальности. Просмотр ауры поможет тебе определить, знает ли враг о твоем присутствии или нет. Всегда помни, Ник, что ты не один. Thank you.
Теперь ты один из элитных бойцов Врат Разума. Ты единственный освоил все 6 пси-способностей. Смотри, голову не потеряй. Что-то у меня аппетит разыгрался. Сара. Не двигайся. Они чувствуют движение человека. О ком ты говоришь? Они повсюду, Ник. Но не все это знают. Воспользуйся просмотром ауры, чтобы увидеть их. Сара! Сара. Нарушение безопасности. Ник, ты в порядке? Скайера больше нет. Теперь это мое дело. Убирайся из моей головы! Ник, с тобой все в порядке? Что ты здесь делаешь? Похоже, генерал использовал меня. Теперь он попытается получить силу монолита. Знаю. Я остановлю его. Я помогу тебе, если будешь мне доверять. А у меня есть выбор. Мы сможем помешать генералу. Только остерегайся Райтсона и его тварей. Кажется, он умеет ими управлять. Он играет нами. Из моей головы! Голова! Я ничего не могу сделать! Ну,
Ник, я знаю, где генерал. Нужно пройти через башню. Встретимся наверху на террасе. Хорошо, какой у тебя план? Поднявшись на башню храма, ты увидишь дверь. Нам нужно открыть ее. Но там полно этих тварей. У них есть слабое место. Они реагируют на активность нашего мозга и притягиваются пси-энергией. Если мы сможем увеличить уровень твоей энергии, они будут напуганы. Это психотронный прибор, который усилит психические волны. Дальше. Тебе нужно добраться до станции. Когда ты будешь внутри, прикрепи прибор и нацель его на башню. Если ты сделаешь все правильно, твари разбегутся. Как туда попасть? Поищи секретный ход на горную сторону. В башне должен быть выключатель. Встретимся, когда ты выполнишь задание. Удачи, Ник. Thank you.
Монахи поклонялись частям монолита. И так же, как монахи, я покинул свою физическую сущность, чтобы познать истину. Я стал богом всего сущего. Теперь ты можешь пользоваться удаленным видением в любое время? Где твое тело? В надежном месте. Генерал думает, что он сможет получить силу бога. Я ее уже получил. Теперь это мой храм. С моими способностями я могу видеть все. Я успокаиваю душу и контролирую разум. Мне подчиняются и служат твари из бездны. Разве это не доказательство моей божественной силы? Где генерал? Я украду его силу. Он все еще думает, что я покорная собачка в его руках. Но это не так. Поэтому ты мне и нужен. Это моя голова. Я ничего не могу сделать. Получи! Вот,
мной происходит? Какого черта? Голова! Я ничего не могу сделать! Oh, no.